на моем канале будет такое видео, чем заняться на карантине. В видео я раздам 10 советов, как можно удалить свою скучность. Поехали! Первый совет – это для тех людей, которые хотели рано вставать, но у них не получалось. Начните рано вставать. Потому что во время школы у нас это не получалось. Второе, это для тех людей, которые постоянно вставали в 4 утра, таких как я, выспитесь. И начните вставать попозже. Третье, это начните заниматься своим здоровьем. Зарядки, упражнения, бегать по лестнице, потому что на улицу выходить нельзя, к сожалению. И четвертое, займитесь с каким-нибудь иностранным языком. Я сейчас изучаю 2. Языка это чешский и английский. Я сейчас активно развиваю свой английский, независимо от репетиторов. Я взяла красивый блокнотик с единорожками и начала выписывать слова, которые мне не знакомы. И это начните общение дистанционно, потому что дистанционное общение никто не запрещал. Шестое. Себе бьюти-вечерок. Всякие маски, мази, шампуни, не знаю, причем это ванна, бомбочки, соль и так далее. Ой, девочки, красавицы, девочки, ой, девочки, женское тело, вся это пошла, короче. Седьмое, это сделать уроки. Я не знаю, у кого уроки задали, поэтому можно сделать их в середине карантина, а не за день до школы. Восьмое, это питаться. Ну, то есть научитесь заплетаться, потому что у кого и волосы, так сказать, они немного мешают, и люблю косички заплетать. Но у меня они не получаются, поэтому я придумала свой стиль косичек. Spent the weekend getting even. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll out backward, babe. Let me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl. Девятое, это беритесь в комнате, потому что когда школа, у нас не было времени этого сделать, и сейчас можно это сделать. Десятое, себе хорошие привычки. Например, выпивать стакан воды утром и вечером, заниматься спортом, какие-то привычки, которые вы всегда хотели бы привить себе.